Еще вчера они были просто сторонниками, а сегодня стали полноправными членами партии «Единая Россия». Педагоги, врачи и социальные работники в торжественной обстановке получили партийные билеты. Перед тем, как стать членом партии «Единая Россия», необходимо написать заявление в сторонники, стать сторонником партии «Единая Россия», поддерживать интересы партии, активно принимать участие в партийных проектах партии «Единая Россия», которые реализуются на территории городского округа Химки, ну и в других проектах, например, как добровольцы, которые помогали в период пандемии. Поэтому данные жители городского округа не 6 месяцев были сторонники, активно принимали участие в партийных проектах, мероприятиях партии и изъявили желание добровольно вступить в ряды партии. Заведующая детским садом и член общественного совета Химки «Интересно жить» Юлия Мамай активно развивает проект, в котором проявляет все свои педагогические способности. Есть один партийный проект из 16, который мне очень близок, я работник образования. Проект называется «Культура малой родины». С активом этого проекта мы в последнее время активно работаем, помогаем коллективам творческим городского округа Химки найти своих зрителей среди подрастающего поколения, среди жителей городского округа Химки. Это благотворительные, абсолютно бесплатные спектакли, различные мероприятия. Всего в партии реализуют 16 проектов, среди которых безопасная среда, историческая память, здоровое будущее и народный контроль. В реализации проектов активно принимают участие и сами жители. Мы очень рады, что наши ряды пополняются. Программы партии, которые реализуются, жители их видят и активно вступают в ряды «Единой России», поддерживают и нашего президента, и нашего губернатора, и, соответственно, нашего главу Дмитрия Владимировича Волошина. Всего партийные билеты получили 30 химчан.